Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Как убить друга в Майнкрафт». Да-да-да, ребята, всем привет и большое спасибо вам за ваши лайки. Только благодаря вам сумасшедшие ученые и продолжают издеваться над собой, да. Да, поэтому, ребята, вы знаете, что делать, конечно же, влепить как можно больше лайков прямо сейчас на вот этот видос, если хотите продолжение. Поэтому, ребята, ставьте лайки, а мы побежали, ученые, компаньон, да, побежали. Вперед, во имя науки, компаньон. Убью вас во имя науки. Да-да-да, конечно. Вот, ребята, моя карта. Что мы будем делать в этой серии? Мне очень понравилась предыдущая серия, когда Жека с помощью каких-то там военных штукенций убивал себя. Поэтому в этой серии Жека будет управлять беспилотником. И с помощью вот этого самого беспилотника ему нужно будет найти способ, как убить себя. Да, это странно звучит, но я вам не буду раскрывать все свои секретики. Давайте мы сначала пойдем к Жеке, пройдем его карту, а уже потом вернемся на мою карту. Поэтому давайте, пошли и потопали, давайте. Ну что, компаньон, вы готовы сдохнуть? Да. Компаньон, давай, давай, удивите меня в этой серии, удивите. Ну я вас вряд ли удивлю в этой серии, потому что моя фантазия немножко поломалась. Вот, для начала, чтобы умереть, мой компаньон, вам нужно попасть на карту. Вот, думайте, как вы можете это сделать. Ломать вы ничего не можете. Да, ломать я, конечно, ничего не могу. Да, ну я тебе скажу так, ты можешь тыкать, но вряд ли тебе это поможет. Ну вот тут какие-то странные блоки вот тут у вас, компаньон. Я тебе говорю, ты можешь как бы тыкать, но это тебе не поможет. Я могу тыкать, но как мне пройти, компаньон? Можете мне подсказать? Ну а вы подумайте, что в этой комнате, вот куда можно заглянуть? Вот интересно, куда? Ага, сюда, да, можно заглянуть? Ага. Карточка в бо... Бочки. Чё? В бочке. А где бочка? Ищи бочки, Эдисон, ищи. Тут где-то. Ищи бочки. Вот они, бочки. Над тобой бочки, дебил. Дебил, а в смысле? Ищи. Ну ты. Как Жека, это лобби, понимаешь, это лобби, лобби не играет. Я тебя удивил. Все. Ну такое. Да, удивил меня. Удивил он меня. Заходи. Хорошо, я зашел. В общем, Эдисон, ты в нашей сумасшедшей лаборатории. Вот. Ага. Ну не бойся, здесь умереть не сможешь, да. Вот, ищи способ умереть в нашей сумасшедшей лаборатории, тут тоже нельзя, Эдисон. Тут тоже нельзя, да. Нельзя? Да, нельзя. Думаешь, вообще нельзя умереть? Ну хорошо. Опа. Ага. Так, и что делать? Да. Опа. Это я открыл? Да, это ты открыл. Ты что-то нашел. Я случайно. Опа. Карточку какую-то нашел, нифига, да ты жесткий чувак. Да я вообще просто смотри, я просто Шерлок Холмс. Ты прям Шерлок Холмс. Холмс, так. Что это такое? Что это за цвета, Жека? Да, вот думай, Эдисон, что тебе нужно сделать в этой комнате, чтобы умереть? Вот думай, как тебе пройти дальше? Может, меня сейчас тошнить начнет от этого телепорта? Возможно, у тебя начнет тошнить, и ты заклебнешься в собственной... Да, той самой. Ну, что делать, думай, Эдисон. Жек, какие-то у тебя троллинги, вот эти прятки или что-то. Мы же ученые, мы сумасшедшие ученые, мы должны мыслить нестандартно. Зачем ты меня телепортируешь? Должен думать. Тут в этой карте все не просто так. Вот смотри, ты телепортируешься все время. Ну. Ты все время телепортируешься в одно и то же место. Видите, все не просто так. Как же у тебя все сложно, как у тебя все сложно. Да, Эдисон, все как бы по-сумасшедшески учет. Опа, упал. А в сосраку не хочешь пойти, а, случайно? Ага, так, упал даже Эдуард. Упал. Ой, как меня заколебал, упал. Давай, Эдисон, эти как бы блоки слева, не просто... Я тебя загрохаю, честно, сейчас. Слева. Так, можешь загрохать, Эдисон? Загрохаешь меня на своей карте, вот. А на моей как бы... Я ж прыгнул туда, куда надо, алло! Давай, работай, мистер сумасшедший ученый. Да уйди ты, я ничего не вижу, а, компаньон! Ну ладно, ушел, все, извиняюсь. Ага, молодец, ага, почти справился, так, ага, так, что, немножечко, ага. Ты что, охренел? Там вообще... Эх, не получилось! А может это не надо? Нет, я все же попробую.
Что? Мне просто интересно. Мне просто... Я знаю, что там в конце ничего нету, но все же. В смысле, почему тебе? Там в конце. Я тебе скажу так, спойлер, там в конце что-то есть. Спойлер? Ну, смотри, ну вот. Стоп, подожди, стой. Угу. Вот смотри, ты думаешь, что ты вот так вот можешь просто вот взять, и вот, угу. Вот, вот хорошо, ты допрыгнешь до этого блока, вот я встал на него. А, ну ладно, сообразил, ладно, так уж и будет, так уж. Умный, умный ученый, умный. Ну давай, давай, иди. Тут, а, тут просто. Да, так, все, ага, молодец. Так, ясно, все понятно, в принципе, все у вас понятно, компания. Все у вас понятно, ну можешь обратно пойти, вот советую. В какую психушку я попал, а? Эдисон, ты можешь пройти обратно. Да, и меня тэпэхнет опять туда-обратно, куда-то. Нет, вообще-то ничего-то не тэпэхнет. Джек, я не буду опять это все проходить, я тебе гарантирую просто, я не буду вот это все проходить. Хорошо, Эдисон, я тебе так скажу, молодец. Эдисон, я не знаю, почему не так темно, честно говоря. Расставь факелы. Хорошо, сейчас, если одну секундочку, пока я расставляю, тебе кое-что скажу, Эдисон. У меня карта не очень большая, как бы, смотри. Твоя задача, знаешь, что такое Тинтиран? Да. Вот ты там должен как бы убежать от блоков, да, которые за тобой падают. А здесь ты наоборот должен найти блок, который тебя, собственно, и убьет. Это очень просто, Эдисон, сделай это. И ты справишься. Офигеть, ну да, это просто. Давай, Эдисон, ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эдисон, одна кнопочка здесь тебя убьет. Кнопочка? Тут есть. Разве тут есть кнопочка? Ну, в смысле, одна ножная плита тебя убьет. Давай, ищи. Ищи, сумасшедший. Ты дурак. Опа! А ну прыгай. Опа! И что там? Опа! До свидания, компаньон, до свидания. Я улетела. Молодец! Ты прошел мою карту. Молодец! Сумасшедший ученый, вы справились со своим заданием. Компаньон, я прям в психушку какую-то попал, как я заметил. Да. Вы правильно заметили, я готов прийти на вашу карту. В общем, компаньон, давайте, идите сюда. Гримот фэр включать, гримот? Гримот минус один, идите сюда. Монокль забыл взять. Нужен монокль срочно. Давайте, я вас знать не буду, как бы. Гримот минус один? Такой не работает, Эдисон. Компаньон, наука не ждет. Давайте. Так, сейчас я очочки свои одену. В общем, компаньон, мне очень сильно понравилась предыдущая моя карта, где вы умирали с помощью какой-то техники, да, военной. Поэтому в этой серии вы также умрете от техники. Да. Поэтому там какой-то придурок, кстати, он меня стреляет. Где? Ага. Этот придурок меня типа откидывает. Да, так, хорошо, да. Нужно собрать логическим. Собрать. У нас тут есть дверь. Дверь. Есть алмазный блок, видимо, на него что-то нужно поставить. Да, ну что-то надо, но у вас тут ничего нету. Да, но тут есть вот такой вот дебил, который мне бесит уже! Сдохни, тварь! Сдохни! Все, ты провалил задание. А как ты сейчас перепрыгнешь? У меня такой вопрос. А как ты сейчас перепрыгнешь? Недоработки карты! А почему недоработки? Ты его не должен был скидывать. Все, компаньон, вы провалили задание, то Жека сейчас никак не сможет умереть. Да это верни его. Нет. Нет. Верни его. А почему я должен его возвращать, если ты сам? Верни его! Нет. Все. Первый раз за всю историю карты Жека не прошел мою карту, Жека провалил все задание. Ну хорошо. Я как всемогущий помогу вам. Давайте. Ой, опять. Эдисон, я ненавижу эту штуку. Я знаю, поэтому я ее опять и сделал. Ой-ой-ой-ой. У него, знаешь, какая точность, Джек? У него точность 10%. То есть один выстрел. У него еще скорострельность какая-то. Опа! Нормально. Ты не откидывай его, то опять компаньон не сможете пройти. Так, ага. Машина. Мафынка. Машина. Так, отъеваем на мафыне. Отъеваем. Опа! Опа, ага. Компаньон. Опачки, в нифига, вот это я крутой, конечно. Да, ну вы немного слепые, компаньон, как бы. Подожди. Я немного слепые, значит, да? Вы очень слепые, компаньон. Вам бы не монокль, а мои очочки. Я понял, батон, я нашел батон. Ты нашел батон. Ну все, возвращаемся обратно, компаньон. Не хочу. Да, компаньон, давайте возвращаемся. Не хочу. А что не хочешь? Не хочу, это снова мне нужно вот с этими дебилами, да? Ну. Я не вижу твои. Давай. Которые косожопые, как не знаю. А, нормально. Ну вот, тут ничего сложного нету. Я думал, мне это заново. Не только попробуй по мне попасть, только попробуй, мразь. Давай. Так, отлично. Опа. А может, с лами попробуешь сгореть, Джека? Да не. Если не ставится кнопочка. Ну, гемот 1 включи. Гемот 1, хорошо.
Гимон, Гимон, я тебя убью, я тебя застрелю сейчас. Стоп, он сам сказал, включи Гимон Тодинку. Еще пересмотрел, да, Гимон Тодинку. Это провокация была. Давай, это давай. Это тебе тут надо найти две секретные штучки, штучки. Какие? Ручки, штучки? Одну карточку, а одну разработку секретных военных, ученых. Я сразу скажу тебе. Я тебе не скажу, то что... Да, молодец. Карточка есть. Но еще что-то надо одно найти, разработки секретные надо найти. Они тоже где-то вот тут. Где-то вот тут разработочки секретные есть, но я не знаю. Я все проверил, все сундуки. Нет, секретные места проверь. Сзади одного, сзади другого проверь. Сзади. Любишь, я смотрю, ты все там сзади раз. Да, я сзади люблю. Ты сзади любишь? Я люблю сзади, когда сзади. Ну. Сейчас, ну подожди. Да сзади не там, в другом месте сзади. Сзади одна секретная разработка, сзади другой секретной разработки. А какая тут самая секретная разработка в этой комнате? А тут типа, да, что-то? Я понял. Что это такое? Это LB Skylar, как я понимаю, LB Skylar, да. Я правильно понимаю, давай, Skynet, давай. Да не, не там. Тебе обратно надо, обратно, Евгений. Давай, тебе нужно отправиться за топливом, Каким нахрен топливом? Сейчас тебе такое топливо покажу. Давай, обратно, Евгений. Каким нахрен топливом? Ай-яй-яй! Давай, Евгений, обратно. Please use UAV station. Надо найти UAV station, Жека. Где UAV station? Я понял. Ой, ну давай, поехали. Попадай. Опа, молодец. Вот сюда. Не, вот сюда, Евгений. Я понял. Вот сюда. Так, ага. И тут у вас где-то будет топливо. Йо-йо-йо. Надо взять как можно больше топлива, Евгений. Не, вот тут топливо. Да, вот тут. Можно больше топлива. Ага, нужно топливо будет. Есть. Еще топливо надо. Еще топливо. Как можно больше топлива, тем лучше. Нашел топливо? Ну я 3 топлива нашел, 4 нашел. И там может еще где-то будет топливо. Топливо. Вот тут топливо есть, Евгений. Компаньон. То есть 5 топлива, нормально? Топливо есть, давай, можно выбираться. Теперь вам нужно попасть в секретную комнату разработок. Вот тут нужен пароль. Вот смотри, Евгений. А что ты пробовал? 6-6-6. А почему 6-6-6? Если у меня карта... Тут камень стоит. У меня карта связана с войной. Война, понимаешь? Война. 1945. Почему 45? Когда она началась? 41. Почему? 39. Да, отлично. Да, 39. Хорошо. Молодец. В общем, Евгений, я вам расскажу весь сюжет. Вам надо будет управлять беспилотником. И какова ваша задача, компаньон? Вам надо... Беспилотником? Это вы? Да не, вот там компаньон, дебил. В общем, вам надо... взлететь на беспилотнике и врезаться в эту самую карту, чтобы беспилотник разбился. Понимаете? Чтобы он убил меня, типа, да? Ну, можно и так, да. Поэтому вот сюда, нажимайте вот сюда. Да. Ставьте туда вот эту штуку. Да. Ой, это где это я? Опа. Это где это я? Это вот ты летишь, я тебя вижу, смотри, летишь. Жека, давай. А я полетела. Да, давай. Управлять этим камнем. Мышкой. Ну, надо врезаться в карту, в карту, в мою карту. Врезаюсь. Нет, Евгений, вы лоханулись, я вам так скажу. Вы очень лоханулись, потому что вам надо врезаться в то место, куда вы можете добраться. То есть поджечь опять. Давайте, Евгений. А какое именно? Подскажите мне. Ну, там, где вы сидите, или там, где машина, или там, где топливо, или там, где... Хрен его пойми, ёханы помаханы! Давайте, или ты хоть... Жека мне сказал перед тем, я хочу, чтобы было сложно, потому что когда не сложно, тогда неинтересно. Ну да, я согласен. Вот. Мне очень нравится, это прикольная тема, я прям в шаге. Ой-ой-ой, смотрите, он летает, с игрушками мальчик играется, давай. Так, вот где я, да, сижу, говоришь, да? Да, ну куда-то вот это туда. Вот здесь, да, то есть... Нет. Надо в землю врезаться. Ты действительно слишком сложный. Или, ну смотри, не там, где ты, а там, где машина, или там, где начало. Но самое главное, не на взлетную полосу, потому что ты туда не сможешь просто забраться. Понимаешь? Надо врезаться в землю. Как-то в землю. Вот прям видишь земля? Вот в землю. Да. Вот прям в землю. Прям в землю, да. В землю. Не, вот. Не-не-не-не-не.
Да! Молодец, молодец, возвращайся, возвращайся! Хорошо, ура! Давай, ура! Давай, компаньон. Давай, стреляй. Опа! Молодец, ну хорошо, почти, хорошо. Давай, компаньон, так, компаньон, так, давайте быстрее. Ему надо хоть еще полетать. Блин, ну давай. Вот, смотри. Так. Беспилотник разбитый, компаньон. Все, я сгораю. А, ну, в общем, с вас выйдет отличный пилот, я вам так скажу, компаньон. А зачем мне было топливо? А там не надо топливо, чтобы эта фигня летала? Нет. Ну вот, ну просто ради профилактики. А вдруг понадобилось бы, кто его знает? Ну же, как вы долго умираете, заживо? Ой, мне не понравилось. Давай, иди заканчивай серию. Я иду. Ой, ну... Да, иди заканчивай. Военные разработки у меня на карте каждую серию. Да, а ты где? Компаньон, я вас жду. Давайте. Да нет, давай, ты там заканчивай, А он еще решил поиграться? Да? Я понравился. Пускай Жека там играется, я буду заканчивать серию без него. Ребята, если вы хотите видеть, как Жека еще будет играться, как маленький ребенок, ставьте лайк. Эй, все, отлови меня! Ребята, давайте наберем 15 тысяч лайков, и у меня и у Жеки. И сразу же новая серия. Все, до свидания. Что там, взорвал ты что мою... Ты мою карту взорвал, паскуда? Нет, я вот тут дырку сделал, продрявил. Да, я вот дырку сделал. Смотри. Все, давайте, ребят, до свидания.